Одно из самых важных событий муниципальной отрасли образования – конкурс профессионального мастерства, который проводится в округе на протяжении многих лет и не теряет своей актуальности – педагог года. Состязанию был дан старт в учебно-методическом образовательном центре муниципалитета. Педагог, учитель, воспитатель, наставник для детей и для людей в целом был нужен всегда, с древних времен. Всегда слово учителя, педагога будет важнее, чем какие-то другие ресурсы. 11 воспитателей, 5 педагогов-психологов и 13 учителей будут бороться за победу в конкурсе. Каждому предстоит продемонстрировать свои знания, навыки, мастерство, пройти ряд непростых испытаний в своих номинациях. Это муниципальный этап областных конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагог-психолог» Подмосковья. 21 декабря, ровно через месяц, мы подведем итоги первого тура, заочных туров, трех номинаций «Учитель года», «Воспитатель года» и «Педагог-психолог». Наших педагогов ждут испытания на их знания, особенностей воспитания, обучения детей, мастер-классы, открытые уроки и занятия, круглые столы, общение с коллегами, дискуссии профессиональные. Оценивать работу конкурсантов будет компетентное жюри, в состав которого вошли педагоги с многолетним опытом высшей квалификации, руководители муниципальной отрасли образования, победители конкурса прошлых лет. Каждый участник, каждый конкурсант должен верить в свои силы, верить в то, что он пришел сюда за какой-то целью. Смелости, может быть, какой-то немного профессиональной дерзости, не бояться, показать себя, быть уверенным. И все получится, безусловно. Найти свою команду, как в прошлом году, когда мы все вместе, дружно, учителя, поддерживали друг друга, смотрели выступления друг друга. Мы подружились, и я желаю, чтобы конкурс не только принес вот это профессиональное мастерство, но и друзей. Впереди несколько месяцев плодотворной работы, интересные задания, которые помогут участникам раскрыть грани таланта, педагогическое мастерство. Кому-то достанется главный приз – пеликан, символ наставничества, самопожертвования и любви, того, без чего немыслима профессия педагога. Эти люди горят своим делом. Так, по доброй традиции, в конце церемонии победители прошлых лет зажгли свечу и символично передали ее пламя участникам. В этот же день учителей-предметников ожидало первое конкурсное испытание, где они поделились своими методиками и технологиями, которые успешно применяют на практике. Путь до финала не близок, но одно известно наверняка – само участие в этом конкурсе уже победа. Анна Балиет, Александр Аржевский, Щелковское телевидение.